Здоровенькие ребята, вы на канале Ford Mac. Ну что же, видео под названием годный хентай по ФНАФ от The Pen. Давайте посмотрим, что там ручка такого замутил. Ох, Five Nights и анимешечка. Что может быть лучше? Ну, кроме того, что если YouTube захочет вас посадить в Horny Jail. А я не хочу этого. Очень не хочу. Ладно, погнали. Пока хайпит, надо делать. Именно по такой логике я решил сделать это видео. И честно, мне было сложно его делать. Потому что Fab Nights at Freddy... все-таки про этот, блин, Fab Nights at Freddy's. 5 салфеточек. Есть твою мать. Игрушка, ну такая, горячая. Короче, салфеток и немало в доме убавилось. Вы думаете, это видеообзор? Возможно, так и есть. В общем, я, кусочек милой туши, лежал на диванчике, а тут, нате, какая-то новая хентай-игра по ФНАФу вышла. А, это самая игра, где есть помощник, самый главный помощник в истории. Запомните, мои друзья, слово аниме и слово ФНАФ можно совместить, если вы хотите лечебной мастурбации. Нет, то если без шуток, то... Что-то вообще забыл, доктор Ливси. Впервой, так что мне банально было пофиг. А потом видео по этой игре становилось все больше и больше. Я окончательно слетел с катушек, зашел в Boosty FNAF Play, купил эту игру как лох. Купить игру в Boosty FNAF Play? Чё, блять? Ладно, я думал, блять, что его теория по поводу двух спрингтрапов это пиздец, но нет, блять, мы походу дошли уже до какого-то же ужаса. И запустил. И вот, казалось бы, только меню, а я уже весь белый. Да, я просто был одет в белую футболку. А вы о чем подумали, маленький? Ну или может от страха побледнел, что его ждет что-то... На самом деле стрёмное. На самом деле, знаете, самый идеальный концепт вот такой вот игры... Знаете, сначала типа, ой, завлезь, это такое классненькое, такое шрек-шапильное. А под конец тебя, сука, так пугает, что ты обсираешь свои штаны, ты думаешь не о том, чтобы... Ну, прокачаться к лету. Нет, ты думаешь о том, что у тебя штаны, блядь, обосранные. Я извращенца. Наш главный герой, ну, явное чмо. Потому что он на рабочем месте фапал. Из-за этого потерял... работу. Никогда так не делайте. Не делайте сами. В общем... А, так вот. Так вот почему, блять, соус в МакЧикене был такой странный. Пиздец. Данный перформанс откликается на притягивающее объявление. Работа охранника в ночной клуб Фрэнни. С супер биг бупс шмекси пекси робот. О, слушайте, а местная бончик-то ничего, миленькая. Ботами нового поколения. И с зарплатой, гарантирующей нашему чмо купить... Че это, блядь, за типичный персонаж, блядь, из аниме, который либо получает поебал, либо потом становится каким-то сверхсильным... мега-супер-дупер-охуеть героем, который, я не знаю, познал силу драконьего пердежа 80-го левела. Нет, просто серьезно, я все, конечно, погибаю, но какого хуя? Нормальную хату, потому что потом туда заводить всяких тяночек нужно будет, а хорошую хату это делать приятней. Градус кринжовости зашкаливает, как вы еще смотрите это видео, я не понимаю. Я тоже не понимаю. Уже на следующий день наш паренек уверенно шагает к своему новому офису, попутно скрывая свой вставший диндон. Так и говорится в игре, я не придумываю. В качестве имени нам предлагается...
идиот? Боже, мы играем за настоящего лоха, типичного главного героя из хентая. Вам ли не знать? Но не успев толком осмотреться, на телефон уже названивает фон Гей и говорит, что идиот опоздал на 2 секунды. Боже, какой же он чмо, просто лошара-лошарский. Первый день, и он уже опоздал. В клубе есть главное правило. Ни в коем случае не старпонить аниматроников. Серьезно, блять? Вот настолько! Иначе вам будет пиздец. И я не шучу, в этой игре вам реально будет пиздец. Не потому что вас убьют, а потому что вам сломают задницу. Буквально в игре так и написано. А как именно вам ее сломают? Вопрос хороший, но знать на него ответ не нужно. Вас жестко изнасилуют по... Что-то неудобно стало сидеть. Напряженько. Странно. По старым, очень болезненным традициям. Точнее, почему вас? Его? Нашего чмошника? А потом узнается, что он еще и за уборщик работать будет. И никакой дополнительной платы. Пиздец. Однако паренек реально чмо. Не настолько лох, не нужно смеяться над ним. Ведь в качестве компенсации на все это, для всех сотрудников, конечно, но как бы по выходным владелец проводит праздник конца недели с бесплатной пиццей, шлюхами и аниматрониками. А что все не так плохо, друзья? Окей, пробежимся по маскотам. Фрэнни танцует и частенько бьет по яичкам, если верить постеру сзади нее. Чтобы она в итоге вас не нагнула. Оу, май. Лякая красотища. Ула, вы должны будете держать музыку всегда включенной. Тут тот же принцип, как с марионеткой. К сожалению, для задницы главного героя существует золотая Фрэнни, которая ничего такая. Но Бонни все равно на первом месте. Ну, ладно, блять, мы с ручкой, как говорится, с пэдом имеем общий интерес. Реально, Боннечка здесь. Шучу, после того, как я увидел Фредди с косой сзади, я выпал из этого мира. Лучшая вайфу во всем FNAF фандоме. Короче говоря, золотая будет вырубать вам свет, но чаще всего ускорять музыку, из-за чего вам придется следить за Фрэнни больше обычного. Бонни, прости, детка, что выбрал Фредди. В общем, чтобы вас не нагнула она, придется искать Purple монетки, которые вы не заберете домой как дополнительную плату. Нее, вы будете платить автомату игр бабло, дабы боняша подходила к нему и спала. Чика, которая одета в элегантное шматье, будет вас преследовать, если вы не продлите таймер на микроволновке. Видимо, иначе пицца перестанет греться, и Чика начнет искать место, где прогреть ее. Чаще всего ее выбор падет на вашу жопу. Фокси или Фекса. Она работает, как я... Фоксичка. Просто Фоксичка. Понял, в качестве игрушки для взрослых дядек. Вот так вот. В общем, чтобы она не настигла вас, вам нужно будет держать ее непристойность в нормальном состоянии. Воу. Да, это так и переводится. Ну, короче, та же схема, как с Фрэнни. В этой игре вообще для каждого, кроме боняши, нужно что-то поддерживать. У Фрэнни музыку, дабы она не заканчивалась. У Чики таймер микромолновки, а у Фэкса ее... людness. Но, к сожалению, нормально пошалить вам особо с ними не дадут. В сюжетном режиме. Их всего тут 2. Аркада и сюжетка. В сюжетке было все то, что я сказал ранее. Исключая описание хорнитроников. А после вырубится свет. Из-за этого пацанчик сильно какает в штанишки. Может, хватит его булить. Вооружившись фонариком, нужно будет дойти до комнаты всякой электрики и включить генератор. Однако музыку никто не отменял. И Фрэнни уже идет по нашу пятую точку. Обманом еле-еле сопротивляясь, охранник влетает в офис. И тут... Скример Фрэнни с ничего такими бубсами. Он выдыхает, и смена заканчивается. Ух. Стоп. Погодите, что? Господи, я поверить блядь, не могу, что... чего нахуй? Опустился до такого уровня. Я делаю обзор... Это сейчас серьезно? Опять же, либо у создателей очень большое чувство юмора, либо очень большая и большой дедрач... Комментарий. Порно, трэш, хентай, группа FNAF. Позор. Но еще с принтрапом. Да, она тут есть. В конце, после интересного занятия, нам показывают, что за нашим героем кто-то следил. Какая-то чудесная девочка с руками, как у трапа.
Спрингтрапа. Не подумайте лишнего. Благо для вас, уже на сегодняшний день, я имею в виду, когда вышло это видео, доступна вторая ночь. Так что немедлим, и она начинается с очень интересного ракурса. Нет, не из-за этого недоразумения, а потому что Балумбоя повесили. Давайте уже дадим ему имя. Пусть будет... Пенси. Да, я просто поменял буквы местами. Так как Пенси пришел рано, он решает разобрать коробки. Однако все разобрав, последняя почему-то двигается. И опа, марионетка. Ебать. Такая хорошенькая в латексе. Кстати, зовут ее Мэри Онет. О, ладно, ты очень мило звучит. Мэри Онетта. Нет. Мэри рассказывает, что, во-первых, ее кто-то запер в коробке, и она провела там продолжительное количество времени. А во-вторых, есть догадки, что этот кто-то, кто запер Мэри, вмешался в систему основной четверки, из-за чего они застряли в режиме кекс. Простыми словами, они стали нимфоманками. И так как главный герой охранник, он должен помочь им. Вляпался в криминал. Какой олух. Кстати, на этом все. Да, вот так вот. Вторая ночь до сих пор в разработке, и кроме вот этой катсцены ничего нет. Но зато у нас есть обновление новогоднее. Интереснее аркадный режим. В нем есть куча стафа. От скинов фэмбойчика до полноценных рабочих смен. Итак, в аркаде, как я и сказал, можно надеть скины. Причем довольно интересные. Можно обзавестись роботом, который будет отвлекать хорнитроников на себя. В офисе можно поставить игрушку, которая будет воспроизводить какой-либо звук. Просто по приколу. Также есть компьютер, на котором находится всякий трэш. Концовки, видео с меткой R. По-другому называется метка 18+. Показать я, конечно, не могу. Уж простите, что не удовлетворил ваших ожиданий. Прям, знаете, контент для Boosty или Patreon. Вы себе напридумывали, посмотрев на превью. И другие различные товары. Нормально, понимаю, все хорошо. Отвертка, которая вам понадобится, чтобы попасть к Бонни и просто поглядеть на нее, как она сопит. Да, конечно, это все не бесплатно. В нашем современном мире решают зеленые бумажки и железные кружки. Да. Алло. Да-да. Ну как там с деньгами? Поэтому без виртуальной валюты тут не обошлось. Ее вы зарабатываете... Слава богу, хоть не за реальную. ...зарабатываете за успешную пройденную ночь. Рабочие смены — это просто выживание, где вам нужно выполнить задание и одновременно спасать свою задницу. Кстати, прикольная фишка в том, что кнопка... Ну, я ж не убил то, что там было написано, блядь. Убрать семя, господи, блядь. Листок, кандом, маш... Кнопка F1 откроет вам уже подготовленные скрины рабочего стола, Ютуба и тому подобное. Разрабы люди понимающие. Ладно, это было охуенно хитро. Такие игрушки чаще всего будут играть такие, как я, и родители в данном занятии главная угроза. Ведь если они увидят вас играющего в эту игру, о, там такое будет! Что ж, когда я закончил играть в данное современное произведение искусства, я паник. Попав в реальный мир, я понял, насколько он серый. Тебя не окружают сладкие, объемные тянки. Нет на фоне ремикса музыки Том Стоуна. И вообще, знаете, жизнь не сахар. Единственным решением я нашел посидеть в своем телеграмчике, ссылка в описании, и посмотреть ютубчик. Посмотрел, посидел. Все как новенький. Что там по итогам? Игрушка прикольная, одна из лучших хорни-игр по ФНАФу, это 100%. Мне все понравилось. Чего только стоит аркад-мод или... Ой... Опа. Всякие приколюхи, аккуратно вставленные мемы и вообще, эта игра новый опыт среди других подобных. Другие в основном похожи на обычный ФНАФ. Сидишь себе в офисе, да к тебе тянки подбираются. Да, это 2D, охуенно, но так или иначе, как игрушка, чтобы убить время, фап с Фрэнни подойдет. Кстати, спасибо за просмотр. Стоп. Игрушка, чтобы убить время, фап... Да, все-таки его уже ввели... С Фрэнни подойдет. Кстати, спасибо за просмотр. С вами был Ярослав. Мне 43 года, и я снимаю порно. Что могу сказать, ребята? Вот такое вот полево по ФНАФу. Чё за нахер? Ой, бляха-муха. Куда жизнь меня порой заносит, сам охуеваю.
В любом случае, огромное спасибо за данный контент. Респект, лайк. Поддерживайте. Автор оригинала, Пент его заслуживает. Само собой, поставьте жирный лайкосик за миленьких аниматронных тяночек, которые просто сами по себе шикарные, миленькие, просто... Ну, просто няшечки. Ой, господи. Надо будет в образовательных целях точно скачать. Чисто в образовательных целях. Ой. На салфетке будут потом купить только. Короче, респект, лайк, спокойной ночи, дружки-пирожки.